В эфире Радио 88 YouTube. А теперь новости. Всем привет. В эфире новости на Радио 88 YouTube. Первая новость. Автор канала теперь редко снимает фейковые ТВ и радио. Вторая новость. Сегодня начал вещание новая радиостанция Радио 88 YouTube. Время вещания. С 08.00 до 22.00. Третья новость. Никита Посадцков сделал первый выпуск «История заставок». На этом все. Всем пока.